Вы видите справочник «Мировое управление», который издается в Лондоне тиражом всего в 30 тысяч экземпляров и поступает в правительство ведущих стран мира, Министерств экономики, крупнейших фирм и ведущих библиотек. А в Петрозаводске появился его первый и единственный экземпляр. Впервые в этом справочнике представлена Карелия, Совет министров, Министерство внешних связей и фирма «Петрокон». Президент фирмы Леонид Кравцов. Если мы в этом справочнике, наш девиз мы вынесли в самую, ну, верхнюю часть, кто, если не мы, когда, если не сейчас, мы бы хотели тому же мировому сообществу сказать, что когда идут ссылки на политические какие-то нестабильности, забывают о том, что есть еще и мы. А у нас полная стабильность, мы работаем. Мы работаем достаточно активно. И не только мы, но и достаточно широкий круг предпринимателей Карелии. Пусть и это уляжется в мозгах того самого мирового сообщества.